Лапенко, номер 98, Егор Кондаков, номер 3, капитан команды, Андрей Шустов, номер 4, Денис Волков, номер 5, Иван Сухоносов, номер 17, Антон Кузнецов, номер 20, Андрей Захаров, номер 6, Андрей Бабукин, номер 16, Денис Воронов, номер 14, Александр Конищев, Николай 9. Прудников открывает Николай счет Прудников. В этом матче. Номер 19. Именно его сейчас фамилию как раз объявляют. Не прошло и двух минут, как чертановцы открывают счет. После великолепной передачи Прудников оказался перед пустыми воротами. И хозяева футболиста Строгино играет в желтой форме. Сетку. Вратарь Даниил Дидяло, номер 25. Мы с вами видели быстрый гол. Сейчас наши продолжают атаковать. Это Воронов. Прудников удар по воротам. Ногой отбивает мяч голкипер Строгино. Еще один опаснейший момент. И дубль мог сделать Прудников буквально минуты за 4. 13:00. И, соответственно, ребят 2000 года мы будем транслировать. Хотя и без комментария. Самые интересные моменты из матча футболистов 2003 года вы увидите позже. Прострел, штрафной удар по воротам. Прудников забивает второй гол. Делает дубль после прострела Дениса Волкова. И снова практически в пустые ворота. Там уже вратарь был отыгран после такого великолепного, прямо скажем, прострела. Мяч ворота команды Строгино забил Николай Дружников, номер 19. Ну, правда, здесь в центре поля наши пытались прессинговать. А вот какая передача на выход сопернику. Удар по воротам. Штанга спасает нашу команду. Как же опасно было оказаться в штрафной. Наша вновь с мячом. Подача к линии штрафной. Здесь высокий Бубякин. Ошибается вратарь. Удар угловой. Гавриленко со второго раза на мяч поймал. Пасин, опасен девятка. А вот он сейчас забивает гол. Девятка Строгинцев. Грубейшая ошибка воспользовался наших. Просто грубейший. Прудников достал мяч. Его атакуют. Прудников отдает Канищеву. Канищев входит в штрафную. Прострел. Бубягин слишком далеко мяч отпускает от себя. Удар по воротам. И мяч. Мы здесь наши зацепиться за него не сумели. Зато вот теперь получилось. Канищев. Неточная передача. Нет. Прошел дальше Захаров и забивает гол. 3-1. Вот такая неожиданная атака получилась у наших ребят. И мяч оказался в сетке. 3-1. И произошло это на 11-й минуте второго тайма, на 51-й минуте. Ну что ж, сейчас матч закончится. Два гола. Первый и второй на счету Прудникова у нас. Третий во втором тайме на счету Захарова. Финальный свисток. Все устали. Не забудьте обновить свои слова.